Так, ребят, ну что, выполнил я первый заказ. Оказался на Тверской возле Макдака. Буквально там минут 5, наверное, постоял, получил заказ на Цветной бульвар. Вот, и возвращаюсь я все-таки к такому режиму, когда я буду выключать цепочку, потому что пока я ехал на заказ на Цветном бульваре, я пока смотрел на светофор, как обычно, пропустил приходящий заказ и потерял активность. То есть теперь мне восстанавливать активность еще дольше. Короче, закончил очередной заказ. Ох, и тяжелый заказ. Короче, ехали мы с Серафимовича на Патрике. Ну, знаете, ехать 10 минут, да? То есть большой каменный мост, Маховая, Большая Никитская. И все, и на Патриках. Но! Перекрытие на Большом Каменном мосту. Пассажирка с... Понимаю, пассажирка не в духе, она не заморачивалась, у нее другие проблемы в жизни, покидает Россию, все в таком духе. В итоге заказала она машину туда, где остановка запрещена. Я вышел, стоял, смотрел, чтобы меня не штрафанули. Она пришла, села, разговаривает по телефону, смотрю маршрут. По Каменному мосту 4 километра, по Садовому 14 километров, я на Карше. 10 километров это лишние 140 рублей, а поездка всего оценена в 600 рублей. То есть из этих 600 еще Яша 30% комиссии и 100, на 140 рублей маршрут дороже через Садовое кольцо. А быстрее он там буквально на 4 минуты. Короче, поехали мы через Большой Каменный мост и ехали мы 50 минут вместо 10. Вот. При этом пассажирка опоздала куда только могла опоздать. Во время поездки она отменила следующую встречу. Потом ту встречу, которая за этой встречей. Потом отменила еще одну встречу, уже просто так, не связано с опозданием. Потом все-таки она высказалась насчет того, что все водители, вот ей стоит только сказать, что ехать по Садовому, и едут по Садовому, и пофиг, что фикса. Короче, ждем единичку. Все как обычно. Ну, а я приехал на очередной заказ, где есть одно парковочное место на инвалидном, на инвалидной парковке. Больше стоять негде. Все как обычно. Так, ребят, в общем, привез очередных пассажиров в ресторан Горыныч. Тут же получил заказ с подачей на Сретенку километр. И только повернул, и он был отменен. Безобразие. Придется делать опять круг вокруг Цветного 2. Пока делаю кружок, расскажу о промежуточных итогах. Сейчас 2 часа 22 минуты. Я проехал на текущий момент 47 километров. Сделал 6 заказов на 3200. Большими. Погода прям вообще создает какое-то нерабочее настроение. Вот не знаю, то ли стечение обстоятельств, то ли есть действительно какая-то зависимость после отмены, когда приходит заказ и пишет «заказ отменен». Заказ не приходит потом дольше. Вот сейчас я вернулся в точку, где стоял до того, как мне пришел заказ, который был отменен, и простоял минут, наверное, 7.
пока получил очередной заказ. Куда едем, тоже непонятно. Подача 700 метров. Так, ребят, ну вот и настал момент истины. Значит, все это время у меня были заказы без остановки. Ну, максимум там минут на 7, на 10 ожидания между заказами. Последний заказ был не исключением. Где-то минут 7 я простоял, получил заказик. И полчаса мы ехали на восточный вокзал в Щелково. Ну, Щелковское шоссе. Это был первый заказ за сегодня, который я не взял бы, если бы у меня была видна точка Б. Все остальные заказы были вообще прям по красоте. Первый заказик был прямо из дома на Тверскую. И дальше все по нашим районам. Вот, но... Вот это первый заказ. Привез я замечательную актрису, которая пристегнутая ехала. Все как положено. Ну, она, конечно, удивилась, что ее попросили пристегнуться, но пристегнулась. Пристегните, пожалуйста. Пристегнуться? Короче, 15:08. По идее, я должен минут 10 тут подождать. Ждать тут негде. Стоять тут нигде нельзя. Вот, поэтому я поеду на разворот в сторону центра. А дальше буду надеяться, что мне что-нибудь прилетит раньше, чем в 15:18. Посмотрим. Вот, собственно, о чем я и говорил. Это уже на текущий момент самый длительный простой. Я уже доехал до Преображенки. 15:15, 15:16. Я так подозреваю, что пока я до Сокольников не доеду, заказа мне не видать. А может, еще и до трех вокзалов. Собственно, ребят, все прогнозируемо, все как обычно. Уже 15:37. Я по-прежнему без заказа, потому что я в глухой пробке на трех вокзалах. И такая вот история. Без точки Б на карше нельзя. Так, ребят, короче, вот как заканчивается у нас пробочка. Вот наконец-то загорелся зеленый. Кстати, вот подписчик только что помахал рукой. Значит, только что получил я заказ. Через 6 минут, через 1 километр я буду на заказе. И давайте посмотрим, чего нам стоило взять вот этот заказ на Щелковский... Короче, на Восточный вокзал. Заказ я взял в предыдущий заказ. Я взял в 14:31. Заказ стоимостью 1150 рублей за полчаса езды. 14:31. Сейчас 15:47. То есть 1100 рублей грязи. Минус 30% Яши. Это еще рублей минус 400. Получается где-то рублей 550-600. Я получил за... Примерно час двадцать. Вот такая эффективность заказов, которые находятся не в нашем районе. Печально это, но без точки Б можно избавиться от такого заказа либо совсем уж хулиганя, либо отменяя в минус 16, и тогда восстанавливать активность еще дольше. Короче, смиримся, потерпим, едем дальше. А активность у меня пока 79, то есть мне еще 11 заказов до прозрения. Работаем. Так, еще полчаса езды, но уже с пассажиром Каплюса. Ой, тьфу, Яндекс Плюса. Короче...
Вот смотрите, вот эта поездка на Восточный вокзал. Полчаса, 1150. А та поездка, которая была только что, она даже не отображается. То есть ее нету, не существует, ну и все в таком духе. То есть вот он, шмидтовский проезд, 1072 рубля, то есть ровно на 10% меньше, чем предыдущая. Длительность поездки 29 минут. Вот, собственно, это Яндекс Плюс. Вот она прогрузилась, эта поездка. Вот, это Яндекс Плюс. Это проблема с оплатой. Пассажир не пристегнут. Хотя и общественный деятель. Но я так понимаю, машину ей кто-то другой заказывал. И этот кто-то другой плюсанутый. Так, у меня почему-то, когда я завершил поездку, не прогрузилась оплата. Я так подозреваю, что что-то где-то глючит. Когда что-то где-то глючит, надо выходить из аккаунта и перезагружать телефончик. А тем временем выложу ролик. Так, ну, все по плану. Ролик смонтировал. Следующий заказ. Дамочка по встречке. Нормально. Следующий заказ уже получил. Куда, опять пока что не знаю. Работаем. Да, кстати, надо бы сейчас будет скачать с регистратора запись, как некий таксист поехал нам в лоб. Почему? Большая загадка. Скачаю, в следующей части ролика выложу.